в прямом смысле. Так я знаю. У нас ровно через неделю грандиозное шоу «Королева ночи». Об этом знает вся страна, об этом, ну, говорят, по-моему, даже дикторы новостей. Доброго дня. Все, особенно мой балет, который сейчас не вылазит из зала, мои музыканты, которые не вылазят из репетиционного зала. И, конечно же, все вокруг готовят, мы очень готовимся и... Ой, господи, боже мой, приходите, это будет круто. Ну, каждый день какие-то новости мелькают о том, что там будет что-то супертехничное, команда Поляковой что-то придумала. Ой, ребята, какие-нибудь секреты можно? Да, ну, во-первых, на радость всем артисткам нашего шоу-бизнеса меня распилят прямо на сцене. Да, мы заказали специальную установку, которая делается за границей. Это такой прозрачный совершенно стол, иллюзионистический, и будет пила, и я буду на нем лежать, и меня будет прямо во время песни, новой песни, любовница, которая называется, меня распилит жена этого самого любовника меня распилит. Красота. Да, ну все как мы любим, кровь, перья. Ну что, надо сказать, что мы получили огромное количество заявок в проект, в котором ты выбираешь людей, которые не просто попадают на твой концерт «Королева ночи», а выходят вместе с тобой на сцену в рамках одного из твоих номеров высокотехнологических. Да. Как у тебя вообще ощущения от проекта в эфире Русского радио Украина? От тех писем, которые, видео, которые ты получила? Ну, у нас много веселых людей, скажем вот так. Некоторые из них талантливые, некоторые талантливые и веселые, а некоторые просто веселые. Так. Но в любом случае все это весело. И в хорошее время веселое живем. Вот самых веселых и талантливых мы выбрали. И это три человека. Мало того, тут есть одна девочка, которую я уже знаю много лет. Потому что она все время участвует в каких-то у нас конкурсах. И в конкурсе пародии, в конкурсе, как-то у нас был конкурс на бывшего, кто снимет лучшее видео, ее. Я уже ее знаю в лицо, эту девочку, поэтому вот я ее первой назову. Так, подожди, барабанная дробь. Да. Оля Полякова оглашает победителей проекта «Ты» в шоу Поляковой. Итак, дорогая Ирина Нецеля из города Одесса, «Ты» в шоу Поляковой! Круто, Ира! Так. Итак, ребята, откуда они? По-моему, из Харькова. Значит, ребята харьковчане, берите билет на поезд и выезжайте, потому что вы в шоу Полякова, и эта группа Дикобраз. Ой, да, там такое видео, да. Ребята играют очень прикольную ритмичную музыку на духовых инструментах. На дудках всяких, да, это очень круто. И также, вы знаете, я хочу выбрать девочку, которая... гнется в разные стороны. Уже 12 лет, уже 12 лет, потому что, да, с рождения занимается гимнастикой, и это классное видео. И это Настя Северина. Северина из города Киев. Киев! Шоу Оля Поляковой! Поздравляем, поздравляем всех абсолютно. А когда нас? С удовольствием. Там, если надо что помочь, то обращайся. 680 человек задействовано в шоу. О, интересный факт. 680 человек готовят это шоу. Это похоже на то, когда выиграл лотерею. И сразу оказывается, что у тебя 680 друзей, которые готовы помочь. Я просто думаю о том, что ты представляешь, это же получается десятая часть зала. Людей, которые только делают это шоу. Понимаешь, короче, в пустом зале не будем. Вот я о чем хочу сказать. Давай договоримся о каком-нибудь секретном слове. Это же ведь будет, ну, съемка, правильно? Да. Давай договоримся, что ты скажешь какое-то слово, и мы вот все, кто нас слышит, это мы будем знать, что это нам привет. Хорошо, да, я скажу. Не, это мы тебе сейчас будем говорить, какое слово надо сказать. Хорошо, давай. Так, ну что, нет, еще, давай. Что, у нее? Мне нравится. Серега аж дернулся. Это мое, да. Итак, если Оля Полякова через неделю во время своего грандиозного шоу «Королева ночи» вдруг ни с того ни с сего говорит слово «мумиё», знаете, да? Все и слушатели Русского радио Украина, что это и вам привет. Да, и будильником в частности. «Мумиё». Ой, мне даже прям интересно, что ты скажешь. Оля, спасибо вам, что ты наконец-то доехала. Спасибо большое. Все, мы готовы к концерту. Все. Лучше песню включайте. Вытру
слезы, стану красивой. А мы можем вот прямо сейчас включить песню, вот пока Оля поет? Я сегодня хочу быть счастливой, вытру слезы. Сейчас, погоди. Оля Полякова в прямом эфире. А смотрите, мое новое шматье, вы видите? Я поехала в Милан и превратилась в этого Филиппа Киркорова. Нет, ты знаешь, ты выглядишь сейчас так, что можно прийти и спросить, доллары меняете? Да, по ноги. Это просто... А вот это, знаете, вот эта коллаборация, есть такой чувак Дан Пердан. Этот чувак, который 20 лет назад копировал все крутые марки за границей в Америке. Ты просто такой бедняк, что я не заржал. Слушай, я бы заржал. Так вот, его поймали и посадили в тюрьму. Он 10 лет отсидел за подделку брендов. Его выпустили, Гуччи его нашли, сделали с ним коллаборацию. Помните вот эти китайские штуки? Да, конечно, ага. Помню. В Китае это все отшивал. Такие эти называли, помнишь, халатики? Да. Вот с такими драконами. Вот, и короче, они сделали с ним коллаборацию. И так что это limited edition вообще. Да, я предлагаю, знаете что, не заморачиваться с тем видео, что мы и думали, а снять еще одно видео, где Оля Полякова и Будинка приглашает. Да. Это что у нас? Прямой. Прямой эфир где? В Инстаграме. Сколько у нас смотрит? Много. Мои любимки, я давно с вами. Да, прикинь, тут занимает очередь отдельные твои кроссы искусства. Да, может. Ты снял мои кроссы? Да. Готовься. Да, давай сюда. Давай, Серега.